Всем-всем привет! Сегодня буду готовить варенье из кабачка с апельсином и лимоном. Так как насобирала большой урожай кабачков, поэтому готовлю это варенье. Никогда не готовила варенье из кабачка, хотя мама моя каждый год это делает. И даже зимой она это делает. Но она перекручивает кабачок с апельсином, с лимоном и так ест его. Я вот приготовила 1,5 килограмма очищенного уже и нарезанного кубиками кабачка, 3 апельсина, здесь 800 грамм, и 2 лимона, 500 грамм. Сейчас я апельсины и лимоны порежу на кубики. Шкурку я убирать не буду. И все это перемешаю. Вот так я порезала лимон кубиками. Я единственное, что обрезала с лимона, такие попочки, и удалила все семечки. Сейчас вот приготовила резать апельсин. Режем апельсин. С апельсином я тоже справилась очень быстро. Косточек в апельсине не было. Убирать было нечего. Сейчас это все я переложу в эту кастрюлю и засыплю 1,5 килограмма сахара. Все я выложила в кастрюлю, засыпала сахаром, и сейчас я закрою это крышкой, и это будет стоять у меня часов 12 до полного растворения сахара. Значит, на 1,5 килограмма кабачков я взяла 800 грамм апельсина, 500 грамм лимона и 1,5 килограмма сахара. Больше я ничего не добавляла. Через 12 часов, когда это все отстоится, сахар растворится, я поставлю на плиту и буду его, это варенье, варить. Ну, и потом включусь. Сейчас, когда перемешивала все это наше содержимое кастрюли, запах такой обалденный просто. Вкусно пахнет. Вот это наше варенье. Я его засыпала сахаром и отставляла в сторону, чтобы сахар растворился. Прошло 7 часов. Вот сахар полностью растворился. Я даже смотрела, раньше растворился. Ну, думаю, ну пусть постоит, пропитается все. Сейчас я поставлю на плиту, проварю 10-15 минут после закипания. И отставлю в сторону. Я несколько этапов буду варить его. На среднем огне. Я его поставила остыть. Ну вот решила заснять. Тут я вот мужу варенье это... Ой, все запотело. Давала варенье чай попить. Он сказал, что очень вкусно. Тебе понравилось варенье из кабачков? Очень понравилось. Говорят, что очень полезно для сердечно-сосудистой системы. Обалдеть. Хорошие кабачки мы нарастили. Полезные. Обалденное варенье. Варите варенье вместе с нами. Ну вот, наше варенье проварилось 1 час 10 минут. 1 час 10 минут. И я его закрываю в банке. Банки я стерилизую в духовке всегда. Я не люблю стерилизовать на плите. Мне очень нравится. Берешь, достаешь баночку. Она всегда горячая. Крышечка у меня кипит, как обычно. Ну и кладешь варенье в банку. Попробовала поварешкой, а баночки приготовила маленькие. Не получается.
все выливается. Ну, вспомнила, что у меня вот такая ложка есть. Мамин подарок. Правда, у меня тут край внучка отгрызла. Ну, хорошо, муж отточил на станке. Ручка была длинная. На каком это станке? Вручную. Вручную? А я думала, ты на своем шлифовальном. Вот. Так вот я закрываю. Вилочкой поддеваю крышечку. Оп. И будем наслаждаться зимой вареньем. Хожу-хожу, раз ложечку съем. Да что такое? Раньше вообще не хотела его ни в какую. Вот к старости вкусы меняются у человека. Вот так вот мы и закрываем. Даже если что-то выпадет из баночки, можно будет потом все это закинуть назад. Все видно, да? Так я стараюсь пополнее. Наложить баночку. Где у меня тут крышечка? Вот она. Так, раз. И подправляю. Так. И переворачиваю. Остынут, я их уберу в погреб. Вот у меня получилось, сколько получилось, 2 литра 250 миллилитров из 1,5 килограмма кабачков, 1,5 килограмма сахара, 800 грамм апельсин и 500 грамм лимона. Вот столько получилось. Ну и грамм 150-200 мы попробовали. Ну все, всем пока. Вот такое вкуснейшее варенье у нас получилось. Пробуйте, готовьте. Всем всего хорошего. Пока-пока.